Это лужа. Это речка, пацаны. Пацаны, пасхалка. Будем водичку трогать? Кто хочет потрогать водичку? Я не хочу, там водка валяется. Пожалуйста, потрогайте кто-нибудь водичку. Арсений, потрогай. О, давайте здесь, тут вот поменьше. Я вместо того, чтобы потрогать, я уже... Канава. Пацаны, я трогаю воду. Ледяная, пацаны. Ледяная? Ледяная. Арсений, не громкий. Арсений, давайте оттолкнем сейчас. Надо. Мы с ведом, когда мы Арсения толкнем, он упадет в воду. Что тут, пацаны, такое? А тут воды, мам. Твою манию. Твою дивизию. Капчик. Ё-моё, что происходит? А здесь вода какая-то плавная. Здесь вода плавная. Арсений! Это... Да боже, ты куда? Чё? Арсений, когда зайдешь сюда, у тебя... До сюда будет мокро. Вот до сюда. На окончании ноги. Блин, пацаны, хорошо, что я обожаю собрать витамины. Дай мне еще. Нет, это нам на запас класс. А дай мне. А если там нас вообще просто потеряемся, где мы чай жрать какой-то. Ребята, если что, если мы как-то потеряемся, если что, пожалуйста, покажите всем это видео, чтобы точно нас нашли, да? Ну это на всякий случай. Тем более, если... И что, если мы там умрем? Если у вас батя в милиции, и вы в нашей стране живете, звоните ему. И говорить вам, типа, там мой любимый блогер застрялся, потерялся. Да, и ребят, на меня подписано 300 что-то подписчиков. 300 сколько? 386. 85. А там уже лев. Я хочу 400 подписчиков, просто, ребят, добейте. Я уже столько снимал видео. Смотри, а я хочу хотя бы 20 подписчиков. Или 10. Да не, вы не представляете, как я раньше. Мне раньше подписчики росли мало, и 5 подписчиков. А, я помню. И видео, все кринж писали. А сейчас у меня такой контент. 300 подписчиков. Я даже помню картину, когда у тебя было 50 подписчиков. Я помню картину, когда у меня было 100, 200, 300 подписчиков, 400. Пожалуйста, добейте. Я хочу очень получить. Если мы добьем 400 подписчиков, мы снимем особый ролик. Мы сделаем видео, на которое... Ребят, посмотрите, куда мы ушли уже, пацаны. Вы заметили? Ребят, давайте за такое наберем тут 100 просмотров. Да, и 10 лайков. Ребята, не мы 10. Тут никогда не были. Давайте 100 лайков и 100 просмотров. Пацаны, тут вообще связь такая крутая. Почему? Три палки, а когда я прошел, было 4 палки. Да? Ну как? Надо называть интернет, потому что... Чего? Посмотри! Сколько палок! Ребята, интернет есть. Вот. Потому что вот это вот здание есть тут. Пацаны, давайте попробуем YouTube включить. А нет, камера обрубит. Вот этот вот интернет из-за того, что... Не, пацаны, давайте уже ходить отсюда. Здесь... давайте уходить. Нет. Да. Давайте следом. Давайте уходить. Пацаны, тут вот здание есть. Пацаны, тут ток, давайте уходим. Давайте уходить, мы потеряемся, так реально. Мы же знаем дорогу. Мы же за Россию. У нас даже карта есть. И у меня свой Wi-Fi есть. Поэтому, ребят, не переживайте. У нас все в запасе есть. И хавка. И интернет. У нас все есть. У нас со всеми есть инет. И даже свои телефоны. Если у нас не было инета, то мы бы... Если бы у нас не было инета, и мы бы потерялись... Ваши батя нас бы не нашли просто. Только мы, у нас есть карты. Пацаны, стоять. Что? Куда? Ты писать? А что? Пацаны, давайте уже реально уходить. Мы слишком далеко зашли. Если что, мы посмотрим до записи. Все, пацаны, дороги нет дальше. Арсений, да все, там дальше не надо уже идти, все. Пацаны, давайте обратно, пацаны, уже я не смешно. Давай покажем ребятам вот это вот. А если нас бабушка ищет, пацаны, давайте уйдем. Уйди отсюда. Пацаны, погнали уже. Там болото уже. Все, погнали. Все, пацаны, погнали обратно. Че, ребят, как вам такой контент?
кто точно добирался, как мы, да? Попросите меня. Бармби, Плеймби, кто добирался? Пожалуйста, скажите мне. Набирайте. О, ладно, Плеймби, я тебя обожаю тоже. Пацаны, все, давайте обратно идти. Добейте. Мы дома видим, пацаны, смотрите, как мы добили. Добейте 400 подписчиков, и мы снимем вторую часть. Мы зайдем вот туда. Пацаны, вот туда, кто хочет, подошли мы к этому дому рядом. Пацаны, все, погнали туда, наверное. Обратно. Все, мы тоже не потеряемся? Блин, у меня сила кончается. Да, мне тоже, у меня сила. У меня тоже, да. Дай-ка нам. По две, мне по две дай. Нет, блин. Я жрать хочу силу. Ой. Я одну возьму. Возьми. Все, я одну. Погнали, пацаны. Погнали. У меня весь телек мокрый. Пацаны, тут недалеко, мы точно не потеряемся. Потому что Арсений с нами рядом. И ты. Да нет, потому что... И навигатор. Пацаны, у меня еще включено местоположение, меня могут найти. Меня тоже. Все с ТГ канала могут найти меня. Все могут. Ну что, пацаны, как вам такой контентик? Некоторые здесь ютуберы вообще не заходят на поля. Нас тут пацаны трое, но мы лучше. Мы можем. Когда мы вырастим, лучше этого мамикса срамикса. Конечно, он матерится и украинец. Может, у него больше подписчиков, чем у нас, но контент. Ну, мы хотя бы не материмся. Хотя я вам скажу, 4 лучших канала. Ну? Степан.